Всем снова привет, дорогие зрители и подписчики моего канала, с вами Джек, мы продолжаем проходить Assassin's Creed 2 Remastered, и мы с вами наблюдаем потрясающую сцену, как стражник бегает за мужиком, пытается его поймать, короче, но просто не может. Да, это было прекрасно, действительно, топовое событие. Вот, а я купил себе боезапас, пополнил его. Здрасте, извините, я просто так не прохожу. Вот, и теперь мы идем делать задание. Осталось теперь только мне на кинжальчик накопить хороший, и все. Все остальное у меня уже есть. И мой квест еще и наверху начинается. Так, с такими друзьями. Следуйте за Якобом Паццо до места встречи тамплиеров, затем убейте его. Хорошо. Если я сдержусь и не убью его сразу, он приведет меня к своим братьям-тамплиерам. Ну, миссия следования. Когда в списке появятся новые имена. Действительно, что может быть более веселым в игре за ассасина, чем следование. Причем в этой части только вот сейчас следование началось. В четвертой же там просто каждый квест про это. Следите, следите, проследите, пойдите, проследите. А вы что, вы не следили секунду уже? Ну-ка, давайте. Справляться пора. Ага, не, мне сюда не надо, кстати, залазить. Это же те самые башни. У меня еще 20 секунд, чтобы увидеть. Я постараюсь сейчас. Все, вижу. Они что, опаздывают? По крайней мере, они меня не заметили. Так мы же встался с тобой, ну? Кто нас заметит? Он туда поперся. Я вроде должен успеть. Оп. И все. То есть, ну, да, ощущение в первых играх вот было прикольным, когда ты впервые следил за кем-то. Типа ты такой идешь по крышам, а они не знают, где ты. Подожди. Не сегодня. Я вот не зря их купил, прям как знал. Просто был уверен, что пригодятся. Ходят, всех разваливают. Куда он пошел? Передумал, что ли? Ага. А, перышко, кстати. Блин, ну у меня миссия, где надо следить, успею за перышком или нет. Якопа, что вы с дружками задумали? Блин, кстати, сюда идет. Я успею, реально, ребята, все, я делаю это, я беру перо. Или я не запрыгну. Не запрыгну, мне не хватит. Так, ну у меня еще есть время. Я смогу. Ну-ка. Подожди, вот если вот сюда. Я вижу, где он. Во, игра. Вон он внизу ходит. Блин, надо еще, значит, выше и потом спрыгнуть. Давай. Я его вижу, игра. Вон он ходит. Все нормально, 20 секунд есть. Все топ. Еее! Третье перышко. Все, пошли. До свидания. Как же это круто. Думал, метательный нож вернут. Он что, из города будет выходить? Да, он выходит из города. У нас есть лесенка. Кстати, стражники на меня посмотрели, но им как бы плевать было. Кстати, не уверен, что здесь есть безопасный спрыг. Но вроде сено... Ну нет, это не сено. Еще одно перышко.
Черт подери, эти перья сбивают меня с толку. В твоем письме говорилось о Венеции. Там тоже есть тамплиеры? Пойдем, пойдем, пойдем. Все. 4 пера из 100. Да я близок как никогда. К сотне. А если его стражника убить, он, наверное, запаникует, да, я все проиграю. Здрасте. Да это просто кстати. Я не идиот. Там будет спрыг в сено. Это по мне. Да вижу я его, вон он. Не паникуй, игра. Все нормально. Ну вон они там будут собираться, я уже вижу. Ассасин. Кстати, вся стража за ним пошла. Забавно. Еще один кричит с юга. Он один? Еще один иностранец. Я отрублю тебе голову. Серьезно? Нет, я не хочу сюда. Да только один мужичок, ну где-то там сзади стоял за стеночкой, умер. Сердечный приступ, ну. Только не говорит, что все заново. Только не говорит, что все заново. Пожалуйста, пусть будет чекпоинт. Прямо вот перед этим. В своем письме говорилось о Венеции. Там тоже есть тамплиеры. Ладно, хотя бы здесь. Серьезно. Это еще нормально. А что заставило мужчину вести себя так? Интересно. А, ну конечно. Здесь замешана женщина. Нет. Меня мужик видит. Поэтому я не буду спешить. В самом конце какой-то... Ой. Причем там стражники стоят по ходу всего пути, чтобы на него никто не напал. А потом все уходят за ним. Такие забавные меры предосторожности, когда мы с вами знаем, что он все равно умрет. А что если вот в реальной жизни вы также ходите, да, куда-нибудь там по делам, в магазин, за вами ходит ассасин всегда? Оглядывайтесь почаще. Кто знает. А я бы с этими мужиками, они же, видите, маска нарисована, они не должны были нападать, они меня смогли прикрыть. Так, и эти стражники тоже уходят. Да. В итоге потом они мне все испортили. Вот они должны были его отвлечь. Ясно, ты знаешь, что делать. Уведите его. Уведите быстрее. Ну? Там, по-моему, сам Борджа стоит. Сколько людей виновны в смерти моего отца? Прошу прощения, господин. Я сделал все, что мог. Но этот ассасин слишком силен. Очевидно. Иначе с тобой пришли бы и другие. Я уж не говорю о том, что Флоренцией по-прежнему правит Медичи. Это все Франческо! Нетерпение сделало его безрассудным. Я пытался быть голосом разума. Да, ты скорее уж голосом трусости. Кто бы говорил, сеньор Барбариго? Если бы ты прислал нам хорошее оружие, а не тот хлам, который вы, венецианцы, называете... Мы доверились твоей семье, но взамен получили только ленивых неучей. Тебя призвали к ответу. А ты придумываешь отговорки, да еще оскорбляешь нас. Как я должен с тобой разговаривать? Не знаю. Неважно. Я знаю. Ай,
Мне кажется, тут должна была быть интонация такая, типа, неважно. Я. Не надо. Бум. Что не надо? Соглашусь, выглядит комично. В 2017-м вот это выглядит комично. Я все исправлю. Пощадите меня. Нет. Что за дрянь? Я вырвал приз у тебя из-под носа. Прости, ассасин. Звука нет я того, как знал, они меня забирают. Я знал, что ты пойдешь за ним. Более того, я рассчитывал на это. В таких делах у нас побольше опыта, чем у тебя. Убейте. Ну, давайте, убейте меня. Я знаю, вы просто выполняете приказ. Отпустите меня, и тогда я пощажу вас. Ха! Вы только пос... Придурки. Ну, а он, типа, как типичный злодей, просто взял и ушел. Типа, да, мои ребята и так с ним разберутся. Че? Подожди, подожди. Бомба. Ты дурачок? Убей! Я думал, он убивать, короче, начнет, он начал бомбы снова кидать. Ну, половина убежала. И ты тоже, да? Уходи отсюда. Ой, погоди, шнурок развязался. Сейчас приду. Лежи, пока не умирай. Пока не умирай, я с тобой еще поговорю. Не надо, не надо. Метательные ножи надо восстановить. Так, так, так. Сейчас иду уже. Прям помогу через секунду. Потерпи еще чуть-чуть. Шашечки восстановим, хорошо. Да то я 3 штуки просто взял и выкинул на землю. Подожди, подожди, не умирай. Хотя тебе проткнули шею мечом и в пузяк ткнули кинжалом. Скорее всего, ты как бы уже там от потери крови должен умереть. Ну, держись, держись, еще одного. Сейчас найду. Ну нет у них лекарств, брат, но я бы тебе помог, правда. У них только метательные ножи, я думал, были шашки. Иди, друг, не зная усталости и страха. Покойся с миром. Они записали всего лишь один звук и повторили его 1 000 000 000 раз. Заговорщики. Да мертвы ваши заговорщики. А я завершил последовательность и увидел какие-то крылья бабочки. Подожди, крылья бабочки. Нет, это не крылья бабочки, это какие-то камни. Нет, нет, нет. Ты должен спеть. Ах, сопрёсок. И где это место было? Я вообще его больше не найду никогда в жизни. Надо было карту открывать. Я бы хоть увидел, где это. Ну ладно. Буду потом искать. Скорее всего, меня где-нибудь сейчас у Леонардо загрузят. Уже 80-й год. Ну-ка, может быть, хоть отсюда я увижу. Не, я по-моему, в Тоскане был. Скорее всего, да. Да, это было где-то в Тоскане. За городом, к тому же. Ладно. Слева от меня, кстати, вышка. Давайте откроем ее. Раз уж я рядом. Что на него нашло?
Да, не знаю. Наверное, меня нашло то, что погиб тот дедок, который пытался спасти. Пытался. Так, я вижу перо. Вон оно. Хорошо. Ориентир на перо. Не теряем перо. Все. Пойдем заберем перо. Всего-то 100 штук. Да я легко найду все. А это и так интересно и увлекательно. Бегать и искать перья. Мне кажется, как раз после этого квеста с пером разработчики, ну, немножко как бы прислушались к игрокам, и которые сказали, 100 перьев, вы что, с ума сошли? Совсем что ли там уже? Поехали или что? И они решили в следующих играх делать там 40 или 30 всяких коллектаблс. Ну правда, 100. Серьезно? Ладно, хоть 6 ключей для доспехов надо найти, а то тоже было бы 27 тысяч. Все, бежим к квесту. Ой-ой. Я пытался хлопнуть. Зато, смотрите, как красиво. Но пришел к тамплиерскому квесту. Было бы лучше, если бы я пришел к нашему заданию. А где оно, кстати? Человек маленький. Ёлик, чувак. О, так мы домой пришли. Нужно уходить отсюда. Отпустите меня. Я человек маленький. Человек маленький. Это идеально отмаз для всего. Убил кого-нибудь. Я человек маленький, отпустите меня. Что я не верил, будто чужой смерти можно желать столь сильно. И я. Эцио, спасибо тебе за то, что позволили моей мечте прожить чуточку подольше. Лоноре мио, сеньоре. Что ты будешь делать теперь? Сеньор, мне нужно выследить других. Они уже вцепились когтями в самое сердце Венеции. О нет, Ля Белла Венеция. Эцио, коли так, туда тебе и предстоит отправиться. Прежде чем уйдешь, я хочу кое-что тебе подарить. Этот плащ – знак того, что ты друг Медичи. Пока ты носишь его, городская стража будет относиться к тебе снисходительно. Но помни, это не дает тебе права нарушать закон. Это очень важно, да, спасибо. Но то стража просто сумасшедшая. Да прибудет удача с твоим клинком. Ну все. Я официально могу ходить, говорит, стража. Да что там? Я человек маленький. Пока вы в плаще Медичи, стражники Медичи не обращают на вас внимания. Ну да, вот только тут стражники на меня не обращают внимания. В Венеции-то еще как будут нападать и выбешивать меня. Господин, пожалуйста, не... Можно было бы, кстати, перекраситься. Хотя нет, я все-таки вот белый цвет прям топ. Я бы вот на темный костюм сменил, но для этого надо гробницу ассасинов открывать. Привет. И никто вообще даже дверь не смотрит. Вообще по локациям игра реально богата. В конце даже Рим будет. Немного, правда, но будет. Я, кстати, когда в игру играл, я помню, я такой предвкушал, думал, а что там в Риме будет, прикиньте, это же целый огромный город и все такое, и Колизея можно будет посмотреть. Вот, и акведуки, вот это все, а в итоге как бы нет. Но зато следующую часть сделали. Вот ее я точно помню на 100% прошел, собирал все сундуки, все на карте, что было отмечено, все собрал. И, кстати, мы к Леонардо пришли. Леонардо! Леонардо! Я, по-моему, уехал как раз в Венецию. Но его нет. Дворянин из Венеции пригласил маэстро к себе, чтобы тут написал несколько картин. Знатный господин даже оплатил перевозку всей мастерской Леонардо. Это большая удача. Грация мили, друг. Какое совпадение, что мне нужно в Венецию. Ух ты, ох ты прям. Прям ух ты, тра-та-та. Вот это да. Давайте я наделаю свою. Заберу деньжат. Так, гробница я там сделал. По-моему, вот здесь у меня еще гробница осталась одна.
Получается, это будет у меня уже 3 сделаны гробницы, еще 3 надо сделать. В Венеции, скорее всего, будут тоже, так что, наверное, даже если реально я смогу побороть лень, то, может быть, я открою во Флоренции гробницу одну. И в Венеции, если будет 3, ну, как бы, на самом деле 3, а не 2. А третий где-нибудь, например, спрятан, да, в другом месте. То мы сможем быть доспехи ассасина уже в следующей серии. Но это не точно. Это прям вот не могу быть уверен, что я так сделаю. Но для этого нам нужно с вами в Венецию отправиться в этой серии. Сейчас в Монтериджоне денежек захватим. И пойдем в Венецию, купим все гондолы. Будем на них кататься. А тут еще какая-то гробница есть, прикиньте. Я думаю, я... А, так я во Флоренцию обратно прискакал, я... Серьезно? Подожди, я... Я телепортировал... Я понял, ребят, что я сделал, все нормально. Хорошо, бывает. Невнимательно, да. Да, но я же говорю что-то, пока играю. То есть, я телепортировался в Монтериджоне. И тут же, не заходя в свою крепость, ускакал обратно во Флоренцию. Ну, бывает. А что? Нормально. Этот патч здесь не действует. Спасибо, я знаю. Но тут на меня точно никто не палит. Мои владения. И, по-моему, в следующей части мы пушки поставим, да, здесь. И будем орды врагов отбивать пушками. Там добавят геймплей на них. Нет, соскочи. Пойдем. Ну, посмотри, какие цвета доступны. Может быть, здесь как бы будут новые цвета, нет? Подходите, люди. А, я могу купить картины. Потрясающе просто. Я дам из горностаем, пожалуй, возьму. Кстати, когда в художественной школе учился, мне нравилась эта картина. Прикольно. И горностай такой, типа, меня гладит. О, карта сокровищ мы видели, давайте возьмем. Недорого стоит, чё бы нет. Вон, можно все рассмотреть, где сундучки. Свежие пиявки. Кому нужно пустить кровь? Подожди, а может быть у тебя яд есть? Но я вроде ядовитый клинок особо не использовал. Да и хилки тоже не тратил. По-моему, у меня яд... Да. Вот и все. Пяти. Заходите еще. Теперь в моей мастерской. Так, привет. Сумки. Улучшение для пояса ножей. Больше ножей, да? У них и так 15. Ну, пусть будет еще больше. Так, смотрим. Белоцвет ассасинов, охра, медь, изумруд и янтарь. Мне вообще нравится охра, но, в принципе, можно было бы сейчас медь взять. Такая более темненькая. Отличный выбор, сеньор. Талантливых художников. И мы предлагаем их замечательные произведения. Ну, неплохо. Капюшон я, правда, сделал бы другим цветом. То есть сам-то рисунок неплохо выглядит. Давайте пока так походим. Но я уверен, что это недолго будет. Так, и надо деньги собрать. Да-да-да. А то сестра там уже, наверное, все платье набрала, шуб. Так, она, по-моему, справа. Я, правда, денег у меня совсем не осталось, чтобы что-нибудь здесь улучшить, но, наверное, если она мне даст здесь... Привет, терминал, Клаудия. Да? А там, посмотришь мои записи? 1005, да? Или сколько? 4750 общая стоимость, лавки открыты. Кожан доспех я, кстати, полностью собрал. Да, 5300 там. А престо, Эцио. Ты в курсе, что у тебя листы пустые? Ты просто издеваешься надо мной, да? Ты делаешь вид, что работаешь, на самом деле нет? Я в шоке с нее. Так, а перья в шкатулке наверху надо оставлять. Ну, давайте посмотрим, что за 6 тысяч можно улучшить. А, лучше, может, кинжал купить. Давай поглядим на список. Я ж так хотел кинжал, но я его почти не использую, с другой стороны. Ну я тут до этого, ну, вы поняли, самое важное, купил казармы и бордель. Чтоб никому скучно не было. Ни там, ни здесь. Так, одежда 2500.
Парач, почти на максимум. Кузнец. 7000. Банк 1500. Давайте я возьму банк, пожалуй, и портного лучше. В принципе, это все можно вообще под конец игры, когда у меня миллиарды денег будет, просто прийти и накидать, и нормально. Торговец с картиной вообще мне не нужен. Так, ну и все, больше мне ни на что денег не хватает. Bon viaggio! Стоимость Метриджони плюс 8500 или 8500? И получается мой максимум теперь, который я здесь собираю, 8500 или как? Я правильно понял? Так, мне кодекс не надо взаимодействовать. Да, я же нашел странички всякие. Но пока, по-моему, нет смысла их вращать, потому что... Надо, чтобы были все. Я собрал, кстати, ровно половину уже. Так, там внизу у нас эти три печати уже стоят. Ну и больше тут как бы делать-то и нечего. Царь всего Олимпа. Не, у меня таких статуэток вообще нет. Здесь, видимо, под стеной где-то спрятаны сундуки. Я вот не помню, где эти статуэтки брать. В сокровищницах вроде бы их нет. Да и ладно. Тихо. Ну куда ты, ну? Я не буду, мне лень подниматься обратно. Ну вот тут. А вот этот не лень взять. Слушайте, а может Венецию на следующей серии ставить? Ну просто было бы прям реально клево. Так чтобы подождали маленечко, и потом оп. И мы в Венецию приехали. Ну ладно, я в итоге запрыгнул все равно. Только попробуй перепрыгнуть. Как он это делает? Да, сейчас давайте тогда доберемся до места отправления в Венецию. А в саму Венецию уже отправимся в следующей серии. Оп, пойдем. Прекрасно. Там где-то женщина порадовалась моим успехом. О, опять мужик. Похож на всех остальных. А я, кстати, не уверен, куда мне надо на этой территории. Так, Флоренция, Апеннинские горы. Туда пока не могу. Нет, надо, скорее всего, все-таки на лошади доскакать. И потом там уже на карте смотреть, куда нам надо, да. Просто я бы переместился, но мне кажется, что метки не будет с восклицательным знаком на карте перемещения. Ну, на лошадке. Поскачу нормально все будет. Тык-дык, 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 тык-дык. На Венец поглядим. Так, вас не видит розыск. Ага. Вот здесь у нас, кстати, всего лишь одна гробница. Это мы запомнили. Здесь одна. Так, а мне надо вот сюда как раз, направо. В горы. Ага, это не дорога. Понял вас. Значит, сюда. Мелодия прикольная. Отправиться в горы. По-моему, же тут на нашу повозку нападут, да, в самом начале или нет? Подождите, тогда не отправляемся. И куда меня игра грузит? Я сказал, не отправляемся. То есть я должен стоять прямо перед дорогой. Да. Все, давайте здесь тогда закончим. Увидимся в следующей серии, где мы отправимся в Венецию. С вами был Джек. Увидимся и счастливо. Не забывайте заходить в магазин gta.com. Теперь после покупки вы получите 3% себе на кошелек обратно, используя кодовое слово Джек.
Первая ссылка в описании.